В Антикоре придумали новый способ донести до молодежи, что коррупция – это плохо. В стенах столичной нацбиблиотеки три десятка студентов вузов приняли участие в кейс-чемпионате. Молодые казахстанцы разбирали ситуации хищения средств при госзакупках и продумывали новые креативные подходы к решению проблем с коррупцией в стране. В агентстве уверены, что профилактика этого негативного явления поможет снизить коррупционные риски среди подрастающего поколения. Понимаете, государственные служащие, они не с неба сваливаются, да, и их не готовят на каких-то заводах отдельные. Они часть населения, они, соответственно, они из общества выходят. Нам надо формировать в обществе культуру добропорядочности, повышать правовую культуру. Когда люди начнут осознавать, что одно небольшое действие в личных интересах одного только человека вредит миллионам людей, они будут пресекать, оттягивать этого человека назад, что уберегать. Ну и тем самым этот эффект, он такой в геометрической прогрессии должен сработать и снизить, вообще не допустить коррупцию в стране.